И сегодня мы поиграем в викторину Марьяны. Давай. Не знаю, насколько ты хорошо меня знаешь. Кем я мечтала стать в детстве? Кем ты мечтала стать в детстве? На кем я мечтала стать в детстве? Хочешь, да, всерьез, да, чтобы я ответил? Ну да. Ну что-то там. Да. Реально. Какое мое любимое блюдо? У тебя кашу овсяную ты часто варишь. Рыготину. Да, реально, это правда. Как я хочу назвать детей? Ты знаешь. Не, ну конечно, сына Илангаем. Просто это уже становится не смешно, но реально. Когда мы познакомились, о, это ты знаешь, что... Смешная шутка была. Спасибо, Рома, спасибо. Спасибо, да, ребята, у меня сегодня день рождения. Вадим, с днем рождения, желаю тебе счастья. Спасибо, мне сегодня 23 года, ребят. Спасибо. Спасибо, ребят, да, я собираю себе на подарок на iPhone новый. Поэтому, да, спасибо. Процентов, потому что я особо не знаю. Спасибо большое. Ты зря сказала, что... Когда у меня день рождения? Хочешь, да, всерьез, да, чтобы я ответил? Ну да. Ну вот это все. Да, класс. Yeah. Давай 5. Что я люблю на завтрак? Ну что, не знает, когда у него день рождения? На завтрак? Не надо отвечать. У меня день рождения 10 ноября, по-моему, все знают. Понял. Кто я по знаку зодиака? Я. Нет. У меня в детстве было домашнее животное? Да. А самое главное, которое еще жива и еще у нас... Сестра. Да. Даша, привет, если ты смотришь. Кто мой любимый музыкальный исполнитель? Майкл Джексон. Окей. Ладно, какого цвета у меня глаза? Рыготь. Спасибо большое. Ты зря сказал, что... Опа, какую песню Фейса я люблю больше всего? Ты знаешь. А, блядь. Спасибо, что ответила на вопрос за меня. Какое отчество у моего отца? Не забывай о том, что я только отменил антидепрессант. Какое мое видео на YouTube самое популярное? Не. Ну ладно, не знаю. Другое. Ну блин. Ну да, вот что-то такое у меня было в голове. Какие у меня есть хобби? Ну что-то там. Я думаю, достаточно. Да не, все нормально. Ну, в принципе, ну, типа, было близко. Там моментами не получалось. Моментами не получалось, а так вообще было хорошо.